вижу. До свидания, Ари. Версальский каналий. Ого. На полшага от ваших волос, мадемуазель. И от твоих на полшага, черномазы. Правда ли? В карете не стопчешь подметок и не испачкаешь обуви. А я вот из Версаля пешком. Как, ты из Версаля, мальчик? Я пробирался через Версаль. Ага. Я из Лиона, иду в Париж, на фабрику Вессе. На фабрику Вессе? Нам по дороге. Как тебя зовут? Эжен Гаро, а тебя? Катрина Милляр. Живей, живей, Франсуа! Шире шаг. Шире шаг, шире шаг. А может, я устала толкать тележку? Не сердись, толстуха, тебе полезно сбавить жирок. Как же, стану я его сбавлять при коммуне. Эй, вы, граждане, не спотыкайтесь. Куда ты их ведешь? Париж, квартиры богачей. По декрету коммуны. Не брата. Фабрика принадлежит ему. Не пущу. Не пустишь. Напрасно волнуетесь, господин Вессе. Ваш брат сбежал? Сбежал. Фабрика брошена. Так отдайте ключи и не стойте, как апостол Петр. Старик Миляр говорит, как в церкви. Вот эта проповедь нам по душе. Сообщите о ней вашему брату в Версаль. Он офицер, он дрался с немцами, он защищал нашу прекрасную Францию. И поставлял ей гнилые сапоги. Теперь он не дерется с немцами. Он вместе с ним. Вы пройдете только через мой труд. Отдайте ключи. Именем коммуны. У меня нет ключей. Обновил свой мундир, летящий штайпер. А дырка большая? Командир! Ее сейчас не будет! Катрина! Здравствуй, отец. Как тебе нравится, Карл, этот федерал в юбке? О, он мне очень нравится. Он починил мне мой мундир. Ты будто родилась в мундире. Уже уходишь? Нас ждут. Ну-ну. А ждут кафе. Ну-ну, ну-ну. Ну?
До свидания, черномазы. Гражданин Миллар! Я ваш помощник из Леона. Не найдется ли у вас для меня работы? А зачем тебе понадобился Париж, сынок? Я слышал, что в Париже 10 башмашников заседают в ратуше. Верно. Там и мой сын, Этьен. Только, по-моему, старики и женщины сами справятся с гадильотами. А я бы на твоем месте... Вот как. Добрый день. Вам кланяется мой брат. Видали, а? Вы все еще за коммуну, сын Фрапо? Они не мешают мне торговать. Коммуна — законное правительство Парижа. Законное правительство? Вы увидите это законное правительство. Вы дурак, сын Фрапо. Просто дурак, сын Фрапо. Послушайте, письмо от брата. Вот что пишет мой брат. Он сегодня в Париже. Он хочет повидаться с вами. Да, кстати, сколько вы должны моему брату? О, это
ловит ворон. А карманы его полны голубей. Ваш мальчик? Коронный номер! Коммуна в глотке Тьера. Этот фокус вышел из моды. Но. Мне стыдно за тебя перед такой публикой. Я покажу вам кое-что поновей. Прислушайтесь, граждане. Я угадываю чужие мысли. Я знаю, о чем вы думаете. Вы думаете о том, почему мы выпустили карлика Тьера из Парижа, когда он был в наших руках? Вы думаете о том, когда же мы ответим Версалю тыквой на тыкву, арбузом на арбуз, яблоком на яблоко? Правильно, Штайпер! Я знаю, о чем она думает. Катарина хочет нам спеть про 18 марта, когда Париж не прятал кулаки в кармане штанов. Дорогу Катрине меня! Место Катрине! Покойный улицы и дома, а пушки нашего Монмартра хотят забрать Леконтома. А пушки нашего Монмартра хотят забрать Леконтома. Стоят угрюмые солдаты на краю фрунья на мороз, а пиццерьёв аристократы кричат: это не женщина,
И к чему это столько лавровых листьев? Здесь хватит на суп для целого батальона! Что ж делать, мадемуазель? Тратва и шила? Плохая академия! Ну и дурак! Дурак! Твоя Катрина из мяса и крови! И ей даже в таком недопривеличенном виде. Она лучше всех этих кисло-сладких Макдон и классической дребедини. Не леди, нос кверху, молодой человек. Они еще потащут в Люксембургский музей твою бельгийскую девку. Кто здесь девка? Что ты сказал? То, что думал. А что ты думал, бритая гадина? А то, что из тебя такой же художник, как из твоих булочников, генералы и министры. Префектуру его! Кригу! Префектуру его! Префектуру, папа! Мои рисунки. Профессия. Служитель церкви. Кто твой хозяин? Господь Бог. Адрес. Где живет? Везде и повсюду. Так и запишем. Григо ему пропишет. Господин, которому служит обвиняемый, находится в беспрестанном бродяжничестве. У прокурора коммуны хватит перцу даже для самого Господа Бога. Отправьте святого отца на недельку в тюрьму Мазас. Развлекать архиепископа. Проходите, проходите. Прикусили язык? Это вам не псалмы распевать. Проходите, проходите, проходите. Ну? А что мне с вами делать? Гражданин скандалист. Вот-вот. Вот его документы. Это документы не для префекта. Это документы для журналиста, Риго. Да. Деваться от собраний. Я к тебе, Риго, но ты, конечно, занят. Да, я занят тобой, Ярослав. Мой портрет? Откуда? Его работа. Вы меня знаете? Я вас слышал в Лионе. Когда? Когда вы приезжали к Гарибальди, вы несколько раз бывали с моим отцом. А кто ваш отец? Ваш мачник, Франсуа. Франсуа Горо. Его отец, Риго, прославился тем, что делал заведомо неудобные колодки. Для сапог,
господ офицеров императорской армии. Так выражал свой протест этот политический чудак. Что с ним теперь? Он убит. Убит? Убит при падении Лионской коммуны. Он много рисовал в последнее время. Вот его рисунки. Он хотел нарисовать счастливые лица. Он не нашел их. Ну и что же, ты нашел эти лица в Париже? Нет. Мне кажется, что этому чертовски мешает Тьер. С Тьером мы скоро покончим. Это я слышу с 18 марта, Рауль. Именно об этом я пришел говорить с тобой. Как я люблю этого польского француза. Мы сделаем из тебя художника. Мы сделаем из тебя настоящего художника. Хочешь этим сказать? А тот, что нужно наступать стремительной и непрерывной атакой, прорвать фронтьер, именем коммуны организовать армию Франции. Это единственный путь для победы коммуны. Запомни это, Риго. Это прекрасно. Это прекрасно. Выполни этот план, Ярослав. Да, но мои требования кладут под сукно. Главнокомандующий Клюзере боится боя как импотент. Любви. У меня связаны руки. Мне нужны люди, у меня их нет. Мне нужна артиллерия, мне ее не дают. Поставь этот вопрос в коммуне. Это Этьен Миллиар, член коммуны. Он школы осматривает. Приезжайте к нам, гражданин Миллиар. Ну, молодые коммунары, до свидания. До свидания! Читайте декрет об отмене ночной работы в булочных! Читайте декрет об отмене ночной работы в булочных! Стой! Для того мы тебя выбирали в коммуну. Старых чиновников пинком в зад, а новые не лучше. Я! 2 часа я не могу добиться толку. Матушка Пишот, идем. Ты получишь свою пенсию. Жан, Мари, вот, Антуан. Кто эти женщины, Катрин? А это учительницы народных школ коммуны. Наша фирма существует с 1780 года. Нас не тронула ни одна революция.
Собственность священна, это наш принцип. Наша святыня, если хотите. Они говорят, ваш брат бежал. Верно, я не оправдываю опрометчивого поступка брата. Но по какому праву наши рабочие посягают на то, что им принадлежать не может, поскольку оно принадлежит нам? Увы, это беззаконие. А беззаконие всегда остается беззаконием. Оставьте книгу себе. В память о всех революциях. А беззаконие, на которое вы жалуетесь, мы устраним. Мы превратим его в закон. Господину ВСЦ пришелся не по вкусу разговор с отцом, а? А ты не находишь, что наш отец действительно немного торопится? Ведь он опережает законы коммуны. Декрет о занятии фабрик еще не издан. Этьен, я встретила одного человека, я с ним была у Риго, у него прекрасные рисунки. У Риго? Это невозможно. Нет, не у Риго, у Эжена. У какого Эжена? У Эжена Гурро, он ваш мастник, прибыл сегодня из Лиона. Человек из Франции? Да. Ты знаешь, что это для меня значит? Где он? У Рише. Почему у Рише? Он художник. Тащи его сюда, художник. Это была последняя баррикада в Лионе. Когда моего отца ранили в третий раз, мы снесли его в лазарет. Это было 25 марта. Он попрощался со мной и сказал: в Париже победила коммуна. Забирай свое шило и иди туда. Я так и сделал. Но я вижу, вот, Париж нужны солдаты. Хорошо бы было парижанам заглянуть к нам в Лион. Там найдется немало людей, которые умеют держать оружие в руках и которые верят в Париж. Я, может быть, плохо сказал, но у нас в Лионе такая поговорка у башмачников. У парижан хорошая голова. Я не знаю, как выстрогать колодку. Вы идете путем полумер. Это не путь революции. Провинции прошенья. Провинция ждет сигнала Парижа. Вы слышали, что говорил Леонец. А слушая Леонца, вы слушали голос всей Франции. А мы не сделали самого главного. Мы не послали людей в провинцию, чтобы поднять ее и повести за собой. Гражданин Миля, провинции сами решат свою судьбу. Они свободны, как и Париж. Нас не должны обвинить в том, что мы хотим навязать волю Парижа. Послушайте меня! Сейчас не время думать о провинции. Наша первая задача – победить Терсаль! Думать о провинции – это и значит победить. Забывать о провинции – это значит открыть путь реакции монархии. Мы должны сорвать Филтьера. Мы должны наступать по всему фронту! Об этом я и хотел говорить! Домбровский имеет широкий план наступления! Наступать нельзя! Я главнокомандующий коммуны требуем времени для реорганизации армии! Мы придем к победе только через оборону! Какой обороны? А слушайте, что пишут наши газеты! А мы ищем Клюзере путь к победе, это математика в штабах и игра солдатских. Мы окружены врагами.
германский сапог на горле Парижа. Штык серу в самом сердце Франции. Версаль вооружается. Он готовится раздавить коммуну. Она тратит время на бесплодные споры. Газета права. Мы должны наступать. Это была бы величайшая ошибка. Мы должны только обороняться. Мы не хотим первыми начать гражданскую войну. Пьер, я уже начал. Вы добиваетесь отставки, Крюзере. Мы будем ее добиваться. Если у Крюзере не хватит мужества. Я требую полного доверия. У меня достаточно мужества. Но мне не достает настоящей армии. Мне не достает денег. Париже есть деньги. На них не идут подвалы французского банка. Довольно первому правительству народа ходить с протянутой рукой. О чем думает Беле? О чем думает наш делегат во французском банке? Граждане, не трогайте банка. Нас не должны обвинять в грабеже и насилии. Весь мир увидит правоту нашего дела. Нас ввергли в войну версальские выродки, изменники народа, заведомо отдавшие Францию пруссакам. Наша борьба – борьба будущего с прошлым. Труда с эксплуатацией, единство народов с эгоизмом их притеснителей. Париж преисполнен мужества и спокойствия. Прекратим споры. Они мешают нам добиться единства. Это дом директора французского банка. Тише. Откуда вы знаете? Я поставлял ему капусту. Мой брат сейчас у него. Дождемся его в карете. Грабеж начался, господин Фрапо. Сегодня в эссе... Завтра Фрапо. Будьте решительны, мой друг. От вас требуется немногое. Пароль 17-го редута. Пусть это будет только укол в спину, но несколько таких уколов стоят хорошего удара в грудь. Вы согласны? Согласен. А. Твой отец, Катрин. Он у меня хороший старик, Эжен. Я очень полюбил твоего брата, Катрин. Я его тоже люблю. Катрина, мне очень понравилась сестра твоего брата. А у меня нет сестер, Эжен. Эй, Катрина, садись! Подвезу до самого 18-го редута. Садись, садись. А, Фрапо, мы увидимся, Жен. Штайбер!
хочу прогуляться на недельку в Версаль с парижанами. Можно мне быть у вас в батальоне? Это можно. Ночь будем в Париже, утром выступаем. А рисунки? Рисунки? Рисунки я сдам гражданину Риши. Он знает, что с ними сделать. Будут любить девушки. Ты постарел, осунулся. У тебя синяки под глазами. Ты просто голоден, мой дорогой министр. Я принес кое-что для поддержания духа. А по какому случаю пир, мой мальчик? О, сегодня в регионе Домбровского прибавился мой батальон. Батальон иностранцев. Я это уже знаю, как. А что это ты пишешь, Этьен? Thank you.
господина Тьера. Вот мне бы такую рюмочку. Так это же бургундская. Эй, капрал, сегодня утроенная порция. Эй, капрал, куда? Он хочет угостить пленных. Эй, вы, парижская рвань, глядите сюда. Вот что я подцепил, когда мы вас лупили 3 апреля. Этот дурацкий колпак вам хочется натянуть на всех нас. Дудки! Мы перегрызем вам глотку, дармоеды! Не напугайтесь, свиньи! Я плюю на тебя, недоношенный версальский кабан! Врешь, не доплюнешь, стерва! Сегодня к утру их прикончим. Главнокомандующий Клюзере прекрасно знает, что ответный удар Версалю должен быть дан немедленно. Через 3 часа я наступаю, а подкрепления все еще нет. Я прибыл от генерала Клюзере сообщить вам, что у нас нет резервов. Армии коммуны находятся в стадии реорганизации. Передайте главнокомандующему Клюзере, что революционная армия формируется в бою и реорганизуется, не прекращая боя. У нас нет времени для передышки. Если мы не будем наступать, будет наступать противник. Я должен сегодня же начать операции категорически, требуя подкрепления завтра к утру. Да, но у нас... В Париже 200 тысяч человек готовых защищать коммуну. Вы свободны. Вас не понимают, генерал? Вы иностранец. Ярослав, вас ждет Польша. Польше нужна революция. Вас ждут в Варшаве. Адъютант Веселовский, я не узнаю вас. Победа Парижа важнее в Варшаве, чем Домбровский в Варшаве. Запомните это. Сегодня ночью мы наступаем. Аньер, Курт Бевоа, Бекон.
знала, что ты придешь. Черномазый. Слушайте, парижане! Слушайте, коммунары! Сегодня мы видели спины врагов коммуны! Верно! Я поздравляю вас! Они удирали, как зайцы! Они летели пулей! Я рад, что вам пришелся по вкусу этот версальский голуб! Завтра приду в подкрепление, и мы двинемся дальше! Завтра на Версаль! На врагов коммуны! Да, здравствуй, Домбровский! Да, здравствуй, коммуна! За братство! За свободу! За коммуну! Убил нас у немцев и отправил в бой. Мы хотим остаться с вами. Пусть те, кто хочет искупить свою вину перед коммуной, выйдут вперед. Они вступят в ряды ее защитников. Он убил моего брата! На моей земле построил амбар! Ему теперь не помогут его нашивки! Не верьте этой шелудивой собаке! Я честный мужик из Аверна! Все знают Бордье! Виноградники Бордье! Он украл! Я узнаю твой голос! Мирно! Пленных отправить в Париж. В Париж они будут свободны. Париж хочет быть чище самого Господа Бога. Пусть разберется коммуна. Таких надо уничтожать, сержант. Отдали бекон. Бекон! Уйдете в резерв? Вас учит войне этот чертежник, этот поляк Домбровский. Молчать! Когда я говорю, не жалеть снарядов, залить свинцом. Пленных не брать. Сегодня же выбить эту интернациональную демократическую сволочь. Из Бекона, Даньера, Нави. Это все. С этой армией я раздавлю коммуну. Банк Франции в наших руках.
Но вы грустны, мой милый Вессе. Фабрики Вессе больше нет. Мы никогда не забудем ваших жертв. Ничьих жертв и ничьих услуг мы никогда не забудем. Сколько вы заплатили Фрапо? Отписал его долгик. За сколько вы купили Леду? 90 тысяч франков. Предложите Домбровскому 1 000 000. 2 000 000. Домбровский должен быть наш. Идут! Идут подкрепления! Ты видишь, Тайпер? Они идут! 3000 коммунаров! Идет обоз и его охрана. А где же остальные? Ну как в Париже? Что слышно у вас здесь? Здорово, старина. Парижане! Парижане! Где пушки? Где люди, черт вас всех побери? Где они? Блюзере, этот клестирный организатор, прислал мне столько федератов, сколько я ему послал депеш за последнее время. По федерату на депеш. Не правда ли немного мало, Штайпер? У тебя широкие плечи. Штайпер, позиции не сдавать. До свидания, Карл. До свидания, Ярослав. Катрина! Катрина, куда? В Париж, Жан. Катрина, я не могу без тебя. Париж вымер по подсчетам штаба. Я хочу по-своему поговорить с парижанами. Жан. Домбровский явился ко мне в состоянии полного изнеможения. Он сказал мне, для защиты пространства от Нейи до Бекона я получил подкрепление 120 человек. Клюзере заявил, что у него больше нет для меня резервов. И это в то время, когда противник начал наступление по всему фронту. Если это верно, это акт измены! Я протестую против слова «измена». Я прилагал все усилия к тому, чтобы из Национальной гвардии создать регулярную армию. Я сделал все, что мог. Меня оскорбляют, я ухожу. Остановитесь! Гражданин Клюзере, вы не должны покидать коммуны
не сняв с себя обвинения. А суд! Пусть военная комиссия разберется в этом деле. Я никого не собирался обвинять в измене. Но я хотел предупредить коммуну. Враг уже занес меч над головой Парижа. Вот плоды тактики Клюзере. Я не знаю, хотел он того или нет, но это измена коммуне. Я предлагаю арестовать гражданина Клюзере. Мы должны были наступать, не давая врагу передышки. Мы не сделали этого. Вина лежит и на нас самих. Мы не сумели вооружить народ. Мы не били врага в нашем тылу. Я предлагаю немедленно всем членам коммуны отправиться в свои округа и стать во главе батальонов, идущих на поле сражения. Победа или смерть! Мы пошлем людей в округа. Мы поведем батальоны в бой. Но правительство останется здесь. Соберет силы для защиты коммуны. И взойдет на баррикады, когда это будет единственной дорогой. Победа или смерть. Горячими пирожками этих непрошенных гостей. Хайдо! Всех на улицу! Дайте им в руки оружие!
подкрепления не придут сегодня? А что, если они и завтра не придут? А что, если они совсем не придут? У тебя ноги дойдут до Парижа с донесением Домбровскому? Донесение есть из замка, Бекон? Нет, генерал. Связь прервана. Рико, ты давно ждешь меня? Вероятно, давно. Я даже задремал впервые за три дня. Ты из Аньера? Что там? Где Версальцы? Версальцы осыпает Аньер снарядами из морских орудий. Замок Бекон под ударом. А сюда Кнеги. Движется третья бригада над миром. Кнеги? Да. Я занимаюсь тем, что перебрасываю батальоны с одной позиции на другой. Я переставляю заплаты, а Париж все еще ждет. Это верно. Потому что в коммуне нет единства. Нет твердой руки. Ярослав, нам нужен вождь. И ты должен им быть. Замолчи, Ригон. Послушай, Ярослав. Это не мой путь. Я прекрасно вижу цель, но не мне объединить волю и мысль коммун. Я не вождь, я солдат революции. Я солдат коммун. Зачем ты звал меня? Да. Я должен говорить с тобой как с прокурором коммуны. О чем? Прочти это письмо. Наш представитель встретится с вами. Это Тьера? Он хочет купить тебя. Быть может, мне согласиться завлечь Версальцев в Париж и устроить Тьеру капкан. Это может спасти нас? Я пропущу их за вторую линию обороны, и целый корпус попадет в кольцо моих федератов. Они оказываются в наших руках. Мы уничтожим целую армию. Прими этого человека. Сделай вид, что ты согласен на предложение Тьера. Я передам это письмо в исполнительную комиссию. Я поговорю с Этьеном. Мне удастся их убедить. Это тебе говорит Рауль Риго, прокурор коммуны. Господин Тьер предлагает вам 2 миллиона. 2 миллиона. Держится один день. Батальон, организованный женщинами коммуны, прибыл. Ваше распоряжение, генерал. Это очень хорошо.
Эжен! 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 Я еще никогда не командовал в такой армии. Катрина Миллиард! Вы назначаетесь командиром этого батальона. Батальон направить к замку Бекон. Помочь обороняющимся. Орудие вывести и ждать приказаний. Сдавайтесь! Сдавайтесь! В случае отказа гарнизон будет расстрелян! Будет расстрелян! Кто боится смерти? Пусть каждый скажет, как он решает. Бой! 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 В бой! Тьфу! Вот наш ответ Тьеру! Берегись, снайпер! Тщательно обсуждали ваш план. Исполнительная комиссия нашла его рискованным и должна была отвергнуть. Да, но мой план был так прост. 10 000 солдат корпуса Ледмиро оказались бы в наших руках. Остальные 5 корпусов. А 160 000 прусаков. На неверную карту мы не можем ставить наши последние силы.
Вот письмо. Встреча не должна состояться. Поздно. Агент Тьера был здесь. Я говорил с ним. И вы согласились? Нет. Я ждал решения коммуны. И все-таки вы совершили ошибку, генерал. Тьер мастер клеветы. Он может использовать эту встречу. Да. Мне остается только одно. Сложить в себя командование. И завтра в армии коммуны, который защищает Париж, не будет Добровского? Полный Ярослав, это была бы ваша вторая ошибка. Коммуна верит вам, вы верите в коммуну. У нас один путь. Сегодня 45-й день коммуны, а мы только второй раз встречаемся с вами. Этьен Милляр, жаль. Этьен, я с трудом удерживаю позиции. Я могу их не удержать. Нам необходимо стянуть часть в Париж и драться за каждый его округ, за каждую улицу, за каждый дом. Что бы ни случилось, Ярослав, коммуна будет жить! Коммуна будет жить. На западном секторе версальцы оказались около самых стен Парижа, генерал. Так. В предместье Отей их окопы в 20 метрах от ворот Сен-Клю. Так, так. В восточном секторе они продвинулись до Монтрей. До Монтрей? Да, генерал. До Монтрей. Через Форт Венсен? Да, генерал. Но ведь там же немцы. Они обещали полный нейтралитет. Войска Тьера свободно проходят мимо Форта Венсен. Вот как? Но не все еще потеряно. Париж — это крепость. Пишите на Монмарт, найдите моего брата и передайте ему... Передайте ему мой приказ. Немедленно явиться сюда с отрядом морской пехоты. Слушай, генерал. Постойте. Не говорите ему, что я ранен. Слушай, генерал. Миллионы людей, их родина, коммуна. Какое солнце, Катрина. В Австрии, в моем подвале, оно никогда так не грело. У нас ведь не было коммуны. Коммуна, родина. Командующий Западный район, я прибыл в ваше распоряжение. Все члены коммуны разошлись по своим округам. Для последней защиты.
конец. Я не слышал о тебе этих слов, Риго. У нас есть время и силы. Нас... Версальцы не войдут в Париж. Генерал! Что? Что? Час тому назад чиновник Дюкатель, подкупленный версальцами, открыл неприятелю ворота Сан-Клю. Версальцы в Париже. Они окружают Монмартр. Подкрепления ждать неоткуда. Это правда. Гибнет. Величайшая революция. Всю жизнь я ждал ее. Версальцы! 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 Версальцы в Париже! Стой! Молчи! Мы не отдадим Парижа! Париж на баррикаде с Мон-Мартен. Мы еще не погибли. Мы еще не побеждены. Революции не умирают. Мы утроим баррикады Парижа. Каждая баррикада будет крепкой. Мы сделаем каждую баррикаду крепостью. Многие из нас получили эти письма. Вот что пишут. Ярослав Домбровский предатель. Предатель! Вот письмо! Вот письмо! Вот. Сейчас. Домбровский продал версальцам Париж за 2 миллиона франков. Это произошло в штабе ночь на 19 апреля. Чепотись! Патриот Франции! Вы видите, кругом предательство. Нас продали, как баранов. Кто смеет так говорить о Домбровском? Что смотришь? Откройте окно. Версальская гадина! Это подметное письмо! Гадина! Кто может верить этим подметным письмам? Как вам нравится это письмо? Вы читали его? Отвечайте, прокурор коммуны! О встрече Домбровского мы знали. Мы требовали этой встречи для блага коммуны. А те, кто клевещет, и те, кто верит этой клевете, те заодно с версальцами. Враги! 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 Версальцы окружают ратушу. За мной! За коммуну! Вперед! 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 Thank you.
Ступайте. Через ворота к набережной. Этьен. Прощайте. Версальцы приближаются. Батюшка Пишо, здесь становится жарко. Ха, ничего, я всю жизнь обходилась без веера. Я любил этого польского француза. На баррикады! Черт возьми, мы видели лицо будущего.